Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Топ Сад. Открытие винограда 2020. Сегодня 25 мая. Весна была холодной, как осень, и тем не менее мы получили очень хороший результат. Вот когда закрываешь лутер аксилы, мы до 25 числа с другой стороны мембраной, оказывается, виноград шикарно развивается и много опережает виноград, который растет практически в открытом грунте. И давайте попробуем сейчас открыть, и вы посмотрите, что же там у нас наросло. Ну вот, давайте так. Это здесь у нас реалайнс розовый, без косточек. Вот видите как, сколько тут сантиметров. Надо сказать, что он вообще очень высокорослый. Но такого обилия, видите как. И обратные заморозки здесь не страшны. Тут важно, чтобы вот этот холодный воздух не конвертировал и не двигался по направлению. А вот слева у нас знаменитый узбекский виноград, который нам привезли узбеки. И это, ну, видите, Узбекистан. Узбекистан. А, смотрите, как он хорошо растет. Смотрите, какая полностью лоза. Ну, сколько? 20-25 сантиметров. О, боже. Да, и уже кисти есть. Виноградные кисти. Да, кисточки. А это про изюм, настоящий изюм. Давайте попробуем дальше пойти. Это мы сейчас убираем, все это до ноября месяца, надеюсь. Вот, так что так, видите, вот он очень полноценно вызревает, виноград очень хорошо себя чувствует. И главное, он не перегорает, немного, не так много солнца, не так мало его. Вполне достаточно, чтобы у винограда была хорошая наполняемость и солнечной энергии, и влаги. Ну вот знаменитая кадрянка, урожайность которого на 3-4 год дает до 70 килограмм с куста. Но, правда, с косточками, но очень вкусный, сладкий. И напротив у нас несколько еще новых сортов винограда. Вот видите, мы уже здесь убрали. Правда, еще бутылки не совсем убрали, переберем их. Но, тем не менее, вот видите, виноград у нас очень прилично. Это конец мая, а он практически как в теплице. А вот мы придумали бутыли, куда мы с водой и солью укладываем на хранение. И они являются своеобразным барьером, согревательным барьером. На той стороне у нас цветы растут, а потом растут, будут расти летом тыквы. Надеюсь, мы этот с вами увидим. И поэтому, значит, виноград очень хорошо растет под укрытием и с апреля по май, по 25 вы смело можете виноград держать подобным образом. Это американский сорт винограда Каюга, о которых многие спрашивают. Тоже смотрите, какой мощная лиана, какая мощная поросль. Ну и легендарный Конкорд. Сладкий, кишмишный, сидлес. Вот посмотрите, какие уже грозди. Он созревает без косточек, созревает 10 августа. Советую вам приобрести шикарные вещи, виноград, стоящие песни. Итак, канал Топ Сад будет рад с вами поделиться еще новыми наименованиями сортов, которые мы сейчас приобрели, они у нас на ожидании. Советую вам использовать виноград в своем ранчо, в своем усадьбе. Приобретайте саженцы, черенки, не бойтесь, все, виноград не растет только у тех, кто его не сажает. Эта притча должна быть у вас как бы золотыми буквами написана при входе в вашу усадьбу. Удачи на даче, подписывайтесь на канал Топ Сад, рад новым друзьям, а старым большой привет, респект и большое уважуха, что вы нас смотрите. Всего наилучшего!